из истории христианства. Давайте я как раз малоизвестные сейчас такие темы буду поднимать. Малоизвестные. Умышленно такие буду темы поднимать малоизвестные. Мало раскрученные факты исторические. В 18 столетии зарождались такие движения, как, допустим, известно, молокане и духоборы. Духоборы вначале были даже. Молокане потом вышли из духоборчества. Я сразу иду в 18-19 столетие и уже 20-е столетие. Так вот, молокане и духоборы — это были, по сути, вчерашние православные, традиционные, которые начинали вот читать Писание, молиться своими словами. В этом официальная церковь и государство видели уже преступление. Такие простые, как бы, вот свобода, да, права, они с таким большим трудом давались. Сегодня мы просто наслаждаемся этими правами, этими свободами, даже порой, ну, не думая, что когда-то, летом 300 назад, допустим, за это люди платили цену страшную, ну, свою жизнь отдавали за это право. Силуан Колесников, о нем пишут, Силуан Колесников — это основатель духоборчества, вот этого движения, духоборческого движения. Он жил в Украине, это между нынешним как раз Днепропетровском и Харьковом. Так вот, и он был ранее традиционным, конечно же, православным мужиком, религиозным очень был мужиком. И он достал Новый Завет. Тогда среди, вот в том регионе как раз находились немецко-голландские колонии некоторые. Потому что при Екатерине было позволено иностранцам тем, меннонитам чаще всего, селиться там и делать, строить свои поселки, колонии такие, заниматься сельским хозяйством. Вот нынешней Днепропетровской области, Донецкой области много было таких колоний. 72 было открыто тогда колонии, тысячи семей переехали оттуда с Европы. Бедных семей, им дали деньги беспроцентные, всевозможные кредиты, льготы, земли бесплатно, сколько они могли обрабатывать этой земли. И, в общем-то, через это Екатерина подняла, как бы, вот как раз и сельское хозяйство здесь, и, да и авторитет, как бы, страны подняла. И вот, как бы, укрыла людей, которых гнали в Европе. Но им было ограничение, им было запрещено проповедовать среди местного населения. Но некоторые все-таки, несмотря на запреты, начинали понемногу говорить Слово Божье. Да и вопросы были неизбежны у населения местного, потому что, а если тебе вопросы задают, то ты, конечно же, отвечал на эти вопросы. А вопросы какие были у местного населения? Ведь люди, они видят людей верующих, христиан, но которые беззаком молятся, притом молятся своими словами, значит, ну, если они могли услышать это на немецком языке, не знаю, но, по крайней мере, они видели служение очень сильно отличающееся от того, что есть в традиционном православии. И вот были сделаны переводы, некоторые тогда пробные переводы, но кто их делал и как, мы не знаем. То есть это неизвестные, будем так говорить, святые, неизвестные христиане, которые поработали в то время. И вот Силуан Колесников и два его сына, Кирилл и Петр, они, прочитав Писание, Божье Слово, покаялись. Сам Силуан покаялся очень радикально. Силуан Колесников, когда покаялся, он собрал все свои иконы, у него был целый иконостас фактически дома. Он помогал в ремонте храмов многих, и его нанимали священники, и благодарили его деньгами, не только деньгами, но также и дарили ему иконы. И вот весь этот, как бы, свой домашний иконостас он вынес, и на глазах у просто изумленных односельчан, это было в селе Охочем, по-моему, если не ошибаюсь, я сейчас точно не помню, какое село это было, он сжег все свои иконы, просто-напросто. А в то время, в те времена, значит, это была смертная статья. Вообще, до Елизаветы Петровны, императрицы, полагалась смертная казнь за выход из православия. То есть, если ты хотел выйти из православной церкви, то смертная казнь только лишь была. Елизавета Петровна, она смягчила законы, и по этой статье полагалось уже 20-25 лет каторжных работ. А потом ты имел право быть уже другого вероисповедания. Допустим, там, лютеранином там, или католиком, допустим, там. Другое христианское исповедание мог принять. Так вот, но акт сожжения иконы, уничтожения иконы, это была статья о богохульстве, которая по-прежнему каралась смертной казнью в то время.
без права на помилование. То есть Силуан Колесников пошел, он нарушил уголовный кодекс тогдашней Российской империи. И вот, и, конечно же, со своими сыновьями он ушел на нелегальное, вышел на нелегальное положение. И об остальной его жизни мы мало что знаем, еще меньше, чем о первой половине его жизни. Известно, что он работал в условиях конспирации. Крестьяне, современные исследователи пишут, что крестьяне перевозили его то в капусте какой-то и от села к селу, то перевозили его единоверцы или же тайные ученики, или же значит, сочувствующие крестьяне, перевозили его то в какой-то соломе, там прятали его. Жандармы, полиция за его голову давали большие суммы вознаграждений, как бы, значит, но Бог миловал этого человека. Его арестовали, нашелся один предатель, который, значит, выдал место, где Силуан, значит, находился, как раз в уединении там в одном из домов, значит, одного из сел Харьковской губернии. Вот, но когда полиция приехала туда и они ворвались в тот дом, Силуан был уже мертвым уже. Он так и умер на коленях, значит, в молитве, так и скончался уже. Вот, его арестовали уже мертвым уже, получается. А, значит, два его сына, они в условиях конспирации, такой работы конспиративной, продолжили эту работу, служение свое. Сотни сел Харьковской губернии и соседних были охвачены этим пробуждением тогда. Мы знаем сегодня, есть документы, сохранились документы в архивах Украины, которые были обнародованы вот уже в новое время. Докладные записки, допустим, в Харьковскую духовную консисторию священников, а также жалобы в жандармское управление города Харькова. С мест, с Харьковской губернии жалобы священников в том, что есть целые села, они писали, что где нет ни одной иконы вообще. То есть люди отказываются от поклонения иконам, а где они иконы свои спрятали, мы не знаем. То есть, как бы, а может, даже уничтожили. Вот потом целое село с Харьковской губернии поэтому были отправлены в Сибирь на переселение, в наказание. Жандармы, полиция забивали до смерти шампалами многих этих вот, ну, чем они били, там, не помню. Писали, что забивали до смерти проповедников. Уже в наше в новое время рассекречены некоторые документы, допустим, секретное распоряжение Министерства внутренних дел МВД Российской империи того периода времени, нет, не того, а уже конца 19-го столетия, где по всем жандармским управлениям Российской империи было разослано это секретное предписание такое, что при арестах евангельских верующих допускать всевозможные, ну, то есть грубость, насилие, и по возможности, если, допустим, офицер знает, что такой-то, такой-то гражданин, он является зачинщиком секты, убивать его под видом бегства, допустим, попытки бегства или оказания сопротивления власти. То есть, значит, официально это не говорилось, это было секретное распоряжение, которое открывалось только лишь в жандармских управлениях, но на местах зависело от, ну, как бы, самого офицера. Если он предписание это будет исполнять, и дальше там шло дальше заверение, что в случае этом, если убить надо будет этого человека, то с офицера будет снято всякое обвинение. То есть до суда не дойдет. То есть, по сути, это развязывало руки при арестах, значит, для жандармов, для офицеров жандармских. И вот, и знаете ли что, Проханов писал еще в конце 19-го столетия, начало 20-го столетия работал, один из апостолов такого евангельского пробуждения в царской России, он писал, что очень часто аресты были в грубой форме и с насилием, даже связаны были с убийствами. Но в те времена они жаловались в Петербург, они думали, что царь не знает, они думали, что министры не знают его царские, думают, это просто на местах, в губерниях, в провинции, в глубинке, это произвол местных чиновников, местных этих офицеров. Они надеялись на, значит, как бы даже суд царский, они надеялись на то, что, значит, что... Что-то отключилось мне, да? Нет? Надеялись на то, что, значит, что просто-напросто будут наказаны виновные, но на самом-то деле до самого 17-го года никого не привлекали к ответственности. Только лишь когда Керенский пришел к власти, ну, временное правительство во главе с Керенским пришли к власти, только лишь тогда первые жандармские офицеры, которые проявляли именно насилие и убийство, значит, были привлечены к ответственности уголовной. А до этого, до начала 17-го года, никто не привлекался к ответственности. Даже доходило до того, что, допустим, еврейский погром кишиневский, нашумевший в царское время очень сильно, несмотря на то, что пытались власти замять весь скандал, но
кишиневские многие значит, события стали просто-напросто достоянием гласности из-за журналистов некоторых, которые значит, эти материалы стали публиковать в западной прессе, в американской прессе. И поэтому материал о кишиневском погроме очень быстро разошелся по миру вообще, по свету. И так вот, из виновных в погроме кишиневском, уж наиболее освещенном в прессе значит, российской и иностранной, ни один человек не был привлечен к ответственности до самого 17 года. То есть время тянулось, начиная с 1903 по 17 год. То есть 14 лет тянулось время, допросы, там, вызывали в суд, но никто не сел за решетку по погрому, хотя сотни евреев были убиты. Сотни российских подданных, да, евреев были убиты самым жестоким образом. Но эти убийства, допустим, одесский погром, да, одесские погромы еврейские и вот нашумевший кишиневский погром 3-го года, скажу, что это были именно спровоцированы властями самими же погромы. Есть об этом тоже очень много свидетельств, таких серьезных свидетельств. Допустим, в Кишиневе евреев предварительно некоторые месяцы выгоняли на работу принудительные, бесплатные, принудительные такие работы по воскресеньям. Значит, и ну, раз вы не работаете, раз вы в субботу отдыхаете, то в воскресенье работаете бесплатно тогда. Значит, православным мы будем отдыхать, а вы будете работать. То есть, ну, как бы так, шаббас гоем, только наоборот, как бы так. Что-то такое интересное получилось. И выгоняли всех мужчин на работы, но, оказывается, власти планировали заранее погром, когда все мужчины будут на работах. И, оказывается, чтобы не было сопротивления оказано никакого, значит, все евреи, мужчины были на работах и далеко от Кишинева. А в храмах по всему Кишиневу от воскресенья к воскресенью священники, там десятки священнослужителей учили прихожан, что вот проблема всех нас, это вот в евреях, вот они виноваты, они убили нашего православного Иисуса Христа, они, значит, Богу противятся и, в общем-то, виноваты во всех смутах и бедах государства и прочее, прочее, прочее. И вот настолько сильно народ был уже накручен, что в одно из этих воскресений, как раз когда начался погром, просто-напросто священники объявили, вот убийцы Христа живут рядом с нами, и кто убьет их, тот получит там вообще от Бога благословение там особое и прочее, и от церкви благословение. И вот под звон колоколов десятки тысяч этих православных христиан из соборов, прямо из храмов со всех кишиневских, с хоругвями, с иконами, с крестами, с пением церковным пошли, значит, в еврейский квартал. И ручейками с разных храмов, стекаясь в одно такое русло, одной реки уже. И когда они пришли в еврейский квартал с иконами, с крестами, значит, с хоругвями, началось массовое убийство евреев. Избивали, убивали евреев. Значит, самое интересное для меня было в том вот рассказе, значит, когда я прочитал, значит, о еврейском погроме в Кишиневе, что полиция, жандармы бездействовали. Даже когда люди прибегали, свидетели, некоторые, ну, которые видели все это, да, прибегали и говорили, там что-то недоброе замышляется, люди стекаются там, ну, настроены воинственно, враждебно, полиция молчала. Потом прибегали окровавленные люди со следами побоев, там цыгане, допустим, были убиты несколько семей цыганских, которые приняли тоже за евреев, из тех, кто проживал в Кишиневе тогда. Они прибежали, говорили, там убийство, жандармы не тронулись, полиция не тронулась. Они пришли лишь тогда, когда все уже были либо убиты, женщины все были изнасилованы, значит, там еврейские лавки все были ограблены. Но описания жандармов были ужасные. Полиция, жандармы составляли описание этих расправ. Старики евреи, бабушки, дедушки были просто-напросто, значит, очень жестоко убиты. Им в головы, в руки вбивали гвозди, значит, и, истекая кровью, старики умирали. Значит, детей, значит, бросали на мостовую и давили их. Это начало 20-го столетия. Всех евреек насиловали, просто-напросто и многократно насиловали, значит, начиная там от самого возраста, там, по-моему, 5 или 6 лет было даже, то есть вообще маленькие детки совсем, до 90-летнего возраста всех насиловали. И, значит, ну, как бы во имя Господа, как бы, вот, за православие, за Русь православную боролись, как бы, вот черносотенцы. Значит, потом, значит, но я сейчас не могу вспомнить всех этих описаний там. Они есть и в сети, значит, и на моих слайдах тоже есть эти описания. Я взял, выписал себе. Это ужасное описание. Так вот,
из православных иерархов очень мало кто отозвался негативно об этом погроме. После всех статей, после всех этих скандалов, правда, Иоанн Кронштадтский, он положил билет свой членский Союза Черная Сотня на стол, как бы он вышел из организации этой, хотя раньше имел членский билет номер один, как бы почетный член был Союза Черная Сотня. Но когда говорилось лишь о евреях, значит, негативно, но не проливалась кровь, он был там, в членах этой организации, но когда рекой полилась кровь уже, то он как бы, и тем более после вот этого мирового такого же резонанса, просто он вышел из этой организации, хотя так и остался покровителем, одним из спонсоров этой организации, то есть как бы тоже очень такая скользкая личность. Сегодня из него святого состряпали, будем так говорить, современные инженеры душ человеческих, но значит, личность еще была та, антисемитская. И, в общем-то, корни очень глубокие такие антисемитизма, и борьба с еврейством и борьба с евангельским пробуждением шла бок о бок. Знаете ли, даже вот трудно как бы разграничить. Обычно те, кто как раз цари, допустим, русские, что боролись с евангельским пробуждением, они же боролись с еврейством. И наоборот. Один дух, да, совершенно верно, один дух. Кстати, да и сейчас у Израиля есть ли друзья в мире? Очень мало. А если есть друзья, то только лишь евангельские верующие. Только христиане евангельские. Все. То есть больше, есть много друзей, конечно, но как бы пока выгодна им эта дружба чаще всего. А вот пока выгодно, буду дружить с Израилем. Невыгодно, то, ну, я считаю, что многие отвернутся от Израиля. Очень многие, если будет им невыгодно материально. Но единственное, такие бескорыстные друзья Израиля, я бы так сказал, точнее, бескорыстные друзья Израиля, это евангельские христиане. И чем более ярко выраженный человек евангельский верующий, да, библейский верующий, тем он более как раз именно, ну, друг Израиля, друг евреям. И, но, опять-таки, злейшими врагами Израиля, и злейшими врагами, значит, как раз именно, значит, христианство евангельского, это как раз, как ни странно, традиционное христианство. Да, и что еще вам рассказать из тех давних столетий? Значит, в 19 веке было следующее происшествие такое. В 19 столетии борьба с еврейством и с евангельским христианством, она набирала очень сильные обороты в царской России. Я переживаю по этому поводу, знаете еще почему? Потому что некоторые вот эти как раз антисемиты тогдашние, борцы с еврейством и с христианством, они сегодня в святых в православной церкви, в современной русской православной церкви. И больше того, сегодня на этой волне вот именно такого подъема российского, подъема России как страны, знаете, экономического подъема, больше как бы говорят об идеализации вот этого дореволюционного прошлого, вот что при коммунистах все было плохо, а вот тогда было все хорошо. Но опять-таки это неправда. Не все так было плохо при коммунистах, и не все так было хорошо, значит, до революции. Надо смотреть максимально объективно через Писание, через призму Слова Божьего, чтобы сделать, ну, какие-то более-менее правильные выводы, и чтобы правильно сегодня поступать нам. Так вот, в 19 столетии, я вам расскажу пример такой очень интересный. В 19 столетии, в конце 19 столетия, в 1897 году, в Казани проходил съезд православного духовенства. Это третий, уже по счету тогда, третий миссионерский съезд православного духовенства. Первые съезды проходили в столицах, третий проходил в Казани. Подальше от прессы, подальше от журналистов, без иностранцев уже. Но решения этого съезда были самыми ужасными за всю историю России. Значит, главным докладчиком, спикером этой конференции, этого съезда был митрополит Милетий, Рязанский, Касимовский, не, Рязанский и не помню какой, митрополит Милетий Рязанский. Так вот, этот митрополит Милетий, он официально святой в православной церкви, но это святой инквизитор. Это Иосиф Волоцкий, только лишь 19 столетия, дореволюционной России. Так вот, он предложил в борьбе с евангельским христианством пойти на самые радикальные шаги, а именно в Заполярье создать сеть концентрационных лагерей.
в тайгу, и, а именно в Заполярье даже, сделать эту сеть лагерей. И всех российских подданных неправославного вероисповедания туда сослать. По мнению этих миссионеров, вот именно необходимо было в кратчайшие сроки это все произвести. Доклад был очень серьезный, конечно. Дело в том, что сама идея создавать концлагеря смерти, она была новой тогда. В 20-м столетии она как бы коммунистами была принята на вооружение, потом фашистами немецкими была развита также. Но, конечно, именно в России она впервые прозвучала, и в России впервые она была запущена. Как бы ящик Пандоры был открыт впервые именно в России. Еще на первую годовщину советской власти, 1918 год, декрет Ленина и Совнаркома о концентрационных лагерях для ликвидации классового противника. Это был первый в истории человечества закон государственный о ликвидации целых слоев общества. Вся вина которого была не уголовная, не какая-то еще, а просто в том, что эти люди родились в другом классе общества, который подлежал уничтожению физическому. И под Тулой, под Москвой, в других некоторых регионах, тогда советских, подконтрольных большевиками, были созданы первые образцы лагерей смерти. Людям не говорили, что это лагеря смерти, нет. Им говорили, это переселенческие лагеря, что вас будут в трудовые лагеря отправлять для принудительной работы. Дворян, купечество, много-много, их жен, детей туда высылали. И на самом-то деле были инструкции очень жесткие этих людей заключать в эти лагеря и создавать условия, чтобы они максимально быстро умерли бы там. То есть их почти не кормили, очень мало кормили, давали мало воды, грязь, не умыться, ничего, то чтобы инфекции распространялись, такие. Потом, давали непосильную работу, от которой очень быстро человек бы умирал, допустим. И вообще в СССР впоследствии при Сталине целая сеть концлагерей по всей территории СССР возникла. И вот я говорю, что вот по мнению историков, российских историков, также и мировых историков, порядка 100 миллионов жертв советской вообще коммунистической идеологии, большая часть из которых из этого 100 или даже 150, как пишут некоторые историки, пришлась как раз на СССР. И если немецкий народ каялся, допустим, в фашизме, в нацизме, хотя и сейчас там есть довольно-таки немало нацистов, фашистов, но все-таки в целом было покаяние такое в нацизме, то я считаю, что нам нужно каяться очень сильно, активно именно в коммунизме, который является не меньшим злом, а в чем-то даже еще и большим злом, чем немецкий фашизм. Потому что, в отличие от немцев, русские покусились на даже то, на что у немцев не хватило ума покуситься, на Бога вообще, как такового, чтобы Бога уничтожить, вытравить из души народа саму идею Бога. Даже сказки в советское время переписывались, слово «Бог» убиралось, заменялось словом «добро», «любовь», «красота». То есть это борьба с Богом по всем фронтам шла, начиная с детского садика, заканчивая уже высшими учебными заведениями. Воинствующий атеизм – это ужасная, конечно, политика. Эксперимент такой антихриста, репетиция, увертюра оперы антихриста последнего времени. И вот митрополит Милетий в 1897 году еще предложил, за 20 лет, за 21 год, получается, до создания первого концлагеря, он, опережая свое время, предложил эту идею. Проект был представлен на рассмотрение священнослужителям со всей Российской империи, начиная с Якутии, заканчивая Варшавой. То есть со всей Российской империи были делегаты, были митрополиты, епископы, архиепископы, священнослужители разного уровня, миссионеры, генералы, адмиралы были, но голосовали только лишь священники. Митрополит Милетий предложил всех российских подданных неправославного вероисповедания лишить всех прав родительских. То есть дети до 14 лет изымались насильственно, крестились, должны быть крещены в православной церкви и отданы должны быть в приюты православные при монастырях и при епархиальных управлениях на перевоспитание. А 14 лет уже должны были быть вместе с родителями в концлагерях. То есть если они уже по возрасту не подходят. Так вот, всех прав имущественных должны лишиться евангельские христиане, полная конфискация всего имущества.
Значит, и из лагерей смерти выход лишь мог быть либо ногами вперед, либо через принятие православия, возвращение православия. Но вернуться в православие было очень трудно для таких людей, потому что им необходимо было несколько лет адаптации проходить тогда в таком, по этому проекту, адаптации при местных епархиальных управлениях и при монастырях, опять-таки. И только после этого частичное восстановление в правах имущественных, родительских правах, гражданских правах. Вот, и согласно этому проекту, даже было продумано минимальное питание в этих лагерях, значит, такое, чтобы и человек и жить не жил бы, но и умереть сразу бы не умер. Проект был ужасным, конечно, но за него на голосовании, значит, большинство подавляющее высказалось за. А при принятии решения окончательного, когда на собор, когда на этом съезде духовенства было принималось решение обращение к государю-императору, чтобы это стало законом государственным, да или нет, и третье было воздержался, единогласно закон был принят этот. Единогласно. То есть сотни делегатов, священнослужителей со всей империи проголосовали за. В книге Мельгунова «Церковь и государство в переходное время» было написано, что о россияне, до чего мы дожили, что до нового Вифлеемского избиения младенцев, до того, чтобы Милетий предлагал в тайгу и в Заполярье отправить тысячи российских подданных вообще на убийство верное. Вот даже в журнале «Гражданин», довольно-таки таком монархическом журнале, была статья против вот этого решения вообще. Но это было потом, а вначале это было принято единогласно и в условиях такой секретности, потому что было без журналистов, как бы, но журналисты были, тайком пришли, иностранцы пришли, иностранцы, журналисты были заинтригованы тем, что такое собрание, такое представительное собрание в Казани проходит, не в столице, не в Питере или не в Москве, а в Казани. И поэтому под чужими паспортами российских дворян, некоторых представителей Орловского дворянского собрания, другие дворянские собрания, там, где дворяне сочувствовали идеям именно перестройки, реформы в государстве, значит, там дворяне дали свои паспорта, значит, и свои грамоты, значит, дворянские собрания этим иностранным журналистам, чтобы они смогли все это услышать, увидеть и донести до людей. И вот благодаря этому и благодаря там небольшой хитрости, потому что один из американцев там и французы журналисты подкупили, значит, служащего, значит, телеграфа, значит, в Казани, прямым текстом была статья огромная отправлена, значит, в Европу, в Америку. И российская общественность не узнала до конца 17-го года, значит, собственно, вот о подробностях этого съезда. Ну, больше или меньше узнали, но в деталях только лишь узнали потом. А американская общественность, допустим, европейская, ну, французская в частности, узнали об этом уже на будущий день уже. Потому что газеты опубликовали, большие газеты, уважаемые, опубликовали эти материалы. И, в общем-то, это было шоком. Во Франции, допустим, баптисты собрали подписи, собирали подписи в Петербург, письма слали протеста против принятия такого закона, умоляя императора Николая, тогда второго, последнего русского царя, значит, не делать это законом государственным, а все зависело от его подписи. Но, конечно, тогда не Франция спасла Россию, а Америка, потому что в Америке накануне были выборы, и пришли к власти республиканцы, демократы проиграли с треском, накануне этого, в 96-м году, имею в виду, 1896 год, и пришел к власти новый, значит, президент, это был Уильям МакКинли, 25-й президент Америки, значит, такой президент-реформатор, пуританин, как его называли, в честь него, кстати, назвали самую высокую точку Северной Америки, пик МакКинли, гора МакКинли на Аляске. Так вот, именно ему выпала честь вот такая спасти российских подданных, значит, да, спасти российских подданных, значит, от именно этой жуткой расправы. Ведь подлость была еще и в том, подлость, что в том же самом 97 году в России была первая в истории перепись населения произведена. И была графа вероисповедания. Но в чем была подлость? Что в этой графу вписывалось не юридическое вероисповедание, а фактическое вероисповедание.
Потому что правительство понимало прекрасно, что подавляющее большинство людей, значит, из-за уголовных преследований они не пишутся кем-то еще, они православные. В то время уже не 20 лет было, конечно, тюрьмы за, значит, или каторги за выход из православия. Тогда было, я сейчас не помню, до 7 лет, по-моему. То есть было значительно меньше преследования, ну, по годам. Но все равно оно было. Но власти пустили сплетню такую, слух такой, что, мол, как вот Александр II дал свободу крестьянам, рабам, дав им свободу, вот недавно исполнилось 150 лет отмены рабства в России, которое называлось у нас очень странно крепостное право. Право родиться рабом, право умереть рабом и все. Значит, называлось правом. Обычно везде в мире называлось рабством. Значит, и так вот, отменили рабство, отменили это право бесправное, крепостное. Так вот, и говорили переписчики, что так и так, а вот Николай II, новый царь, новый государь, он даст свободу совести. Готовится проект, как бы, закона о свободе совести. Тем более, что об этом уже давно уже люди и говорили, как бы, значит, и обсуждали эти вопросы уже и в прессе, были статьи об этом. Так вот. И люди поэтому, не понимая, что их подлавливают и готовится это массовое убийство, писали в графе вероисповедания «Штунда» или «Штунда-баптист», в зависимости от региона, или писали «Малаканин», «Духобор», там, «Старовер», там, ну, писали не православные, а писали свое реальное исповедание. «Субботник», там другие какие-то были исповедания. Значит, одних молокан было больше 10, по-моему, разных течений. Там были молокане-прыгуны, харизматы, потому что они там под русские народные, украинские народные танцы там Богу проставляли с балалайками всякими там. И вот были жидовствующие, значит, молокане, были, которые даже кашрут соблюдали там и детально так вот. Многих из них потом евреями как раз называли, и даже фашисты их убивали, как евреев также, значит, то есть считали их тоже евреями. Потом было много других течений, и все они писали в этой графе вероисповедания свое фактическое исповедание, не понимая, что подписывают себе смертный приговор и своим семьям. Предполагалось, что порядка миллиона человек будет уничтожено. Полмиллиона предполагалось отправить в Заполярье и в Сибирь на смерть, верную смерть. Значит, репрессии должны были быть очень большими, но благодаря заступничеству как раз Маккинли это был такой президент-реформатор. Ни одно свое решение не подписывал, пока он на коленях там в Белом доме не стоял. То есть это как бы известный факт такой. Он Америку выруливал, как критики писали его критики, в пуританское прошлое. То есть реально человек с первого дня в Белом доме, он, значит, именно о Христе проповедовал. В каждом выступлении его это было Христос, это Библия и все. И вот именно ему выпала роль такая в истории очень интересная. Он полностью потопил испанский флот, допустим. Он военный, он был еще в войне участвовал, в гражданской войне участвовал, в гражданской именно войне. На стороне северян, конечно, он был. Так вот, но он не был стратегом хорошим. Но Бог дал ему на молитве, как именно американский флот должен напасть, где именно напасть. И все так сделали, адмирал его, значит, американский, сделал по его откровению. Хотя это было похоже на авантюру в военном понимании. Но сделали так, и ни один корабль американский не погиб. То есть, ну, были ранены, да, корабли, некоторые были еле на плаву после того сражения. Ни один американский корабль, как было сказано Богом ему на молитве, не потонул. Весь испанский флот пошел ко дну. Передовой флот в несколько раз больше, чем американский флот, пошел ко дну. Они испанцы настолько расслабили, что они даже не поставили защиту, оказывается. И то, что Бог показал, это было правильным решением. Идти сразу на пролом, идти сразу в атаку, без всяких там, знаете, вот таких увертюр, подготовок там прочее. И так и получилось. Американцы могли подобить весь испанский флот, пустить ко дну ему. И это позволило, это первое было сражение, когда Америка выступила в роли мирового полицейского. И этим самым была возможность всей Латинской Америке предоставлена на самоопределение.
потопив флот испанский, подрубив вот эти вот корни колониальные, Уильям Маккинли дал, значит, возможность очень многим странам взять курс на самоопределение. Поэтому некоторые страны его считают до сих пор одним из национальных героев, допустим. Даже на Филиппинах, тех же самых, где-то еще там, я не помню, его считают национальным героем. И даже Филиппины, по-моему, хотели переименовать себя, значит, вот связано с его именем что-то было даже. Даже настолько вот очень сильно полюбил его народ тогда простой. Этих стран, униженных тогда, значит, задавленных колониальными этими всевозможными политиками. Так вот, и именно Маккинли, именно он настоял на ультиматуме России, Российской империи. Блокада объявлялась всем военным портам, значит, и портам, значит, Российской империи в случае подписания такого проекта. Полная экономическая, политическая, военная блокада. И, значит, Николай II сдался. Сдался, несмотря на то, что проект был уже готов, уже и все. Лишь его подпись должна была быть там. Николай II оставил до рассмотрения этот вопрос, и уже к нему не возвращались больше, потому что время было уже последнее, на самом деле, и было не до того. А уже молодое советское правительство во главе с Лениным этот проект воплотило в жизнь впервые. Но это было лишь первые ласточки будущего ГУЛАГа, а уже Сталин с 29 на 30 год сотни лагерей смерти были заложены тогда, значит, и они работали до самой смерти Сталина фактически, в большей или меньшей степени. Я был в Казахстане, допустим, на месте этих лагерей смерти, в Иркуте, в Якутии, по Сибири я был на этих местах, это жуткие вещи. Допустим, в Москве есть Бутово, полигон Бутово. Он не так давно был, лет 10 назад был рассекречен, секретный полигон КГБ, значит, где убивали инвалидов, колясочников под видом медицинских осмотров, то свозили со всей Москвы и области. Советскому государству в 30-е годы, 36-39-е годы, не нужны были балласты такие, и неизлечимых больных просто свозили под видом осмотров, якобы везут их на юг, как бы для оздоровления там или чего-то еще, осмотров. Чекисты в белых халатах с медицинским образованием, они разыгрывали спектакль каждый раз, и эта лаборатория, эта поликлиника, как бы поликлиника Бутовская, была оборудована отдельным выходом специальным, куда вывозили как бы инвалида, там его раздевали, как бы медосмотр, потом подводили к краю рва, стреляли в затылок и закапывали. Значит, и тысячи инвалидов были уничтожены таким образом, значит, по решению тайному распоряжению НКВД, значит, и Сталина на Бутово. Я был там на том полигоне, жуткая вещь. Знаете, просто страшный памятник вот, именно человеческой ненависти такой. Но мне было страшно того, что узнать, что именно православный митрополит, святой, он митрополит Милетий Рязанский, он объявлен не так давно святым Русской Православной Церкви, значит, придумал первый лагерь смерти, придумал саму идею именно массового истребления населения в таких лагерях смерти. Да. И расскажу вам напоследок, друзья, о хорошем все-таки. Почему я верю в реформацию Православной Церкви, почему я молюсь и почему я тружусь. Вообще много раз, особенно когда читал я, допустим, о те же самые книги, вот, наподобие вот, процитированной «Еврейские хроники 17-го столетия», другие книги читал я по истории, летописи всевозможные. Очень часто мне было даже неприятно, вот тогда помню, вот даже, что я ношу рясу, крест, это было, знаете, просто мне было один раз, когда прочитал вот одну из таких книг, «Наши руки запятаны кровью» называлась она, мне было так просто внутри противно, что я вот тоже в такой же рясе, с таким же крестом, а потом думаю, нет, стоп, я буду делать все максимально для того, чтобы сегодня вот человек в рясе с крестом говорил правду, чтобы сегодня, знаете ли, было покаяние, чтобы сегодня была реформация. Потому что то, что ушло, прошло, мы уже не можем это изменить. Знаете ли, мы не можем там машину времени использовать, чтобы там взять и поменять что-то, допустим, да. Если бы раз прилетел бы на собор там 1490 года, Иосифа Волоцкого набил бы морду бы, значит, и все. Значит, но, опять же, мы не можем это сделать. И принятое решение уже как бы не вырубить и топором, да, написано пером, но можно кое-что сделать. Как вот помните, значит, ну, опять, в преддверии Пурима это актуально, да, уже указ был подписан, все, уже нельзя было поменять его, да, мы не можем так же сделать, но мы можем другой указ издать, мы можем что-то новое сделать, а что мы можем новое сделать сегодня?
покаянием, я считаю, мы можем очень много сделать. Мы можем духовные мины определенные, бомбы эти, разминировать, которые есть сегодня. Мы можем сделать такую операцию. Покаянием как бы удаляются вот эти вот инородные тела, эти осколки всевозможные из тела Мессии. Они удаляются покаянием. Недаром Павел написал: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». То есть Господь, Он может спящих пробуждать, а мертвых воскрешать. И осветит церковь свою Христос. И тех христиан, что уснули, Он их может пробуждать и пробудет. Тех, кто мертвы, лишь называются именем христианским, знаете ли, Он может их воскресить. И даже не только отдельных христиан, но и целые поместные церкви, деноминации целые, там конфессии, там кто, движения, если они мертвые, Бог может их воскрешать. И знаете ли, в 2000 году, когда Бог призвал меня к современному моему служению, реформаторскому православному служению, то знаете ли, значит, это было и через Библию, читая Слово Божье, я везде видел реформацию, везде читал и видел реформацию, что нужно сделать ее в церкви. Потом, молясь, я только молился об этом фактически. Все мои молитвы рано или поздно, они переходили в молитву за православную церковь, за православных христиан, потому что мне, думаю, мне-то хорошо, вот Бог меня помиловал, значит, от таких вещей. Но, как говорится, представить страшно мне теперь, что я бы не ту открыл бы дверь, да, другой бы улицей прошел, Иисуса бы не встретил, не нашел. Знаете ли, Иисус пришел в мою жизнь и хотелось очень помочь другим людям православным, запутавшимся в этих в умствованиях своих, чьи сердца омрачены сегодня, кто молится Богородице и другим умершим святым и ангелам в невежестве, наивно полагая, одурманенный, будучи многовековой религиозной пропагандой, что это есть дополнительные посредники к Богу, не понимая, что вместо благословения проклятия человек можно лишь пожать в таком случае. Еврейский народ в своей истории много выстрадал, на своей шкуре испытал все прелести многобожия, знаете ли, ничего доброго там нет, однозначно. Значит, и к тому же, человек, молящийся кому-то еще помимо Господа, он как бы тем самым не говорит, как бы, что крови Христа было пролито недостаточно, чтобы спасти, искупить его, но это неправда. И по поводу идолопоклонства, всего остального я переживал и... Знаете ли, во сне Господь, когда призвал меня на современное мое служение, я слышал следующее: иди и молись за ее воскрешение, иди воскреси ее. Три раза одно и то же слышал, значит, и потом было видение, было однажды мне на эту тему. Я никак не думал что-то увидеть, но вот Господь дал так увидеть кое-что. Это можно много чем поделиться сейчас, но я хочу поделиться тем, что произошло в 2003 году. Пусть это будет под занавес как раз. Очень люблю это свидетельство свое, что Бог совершил, значит, написано, по какому адресу преподаете в Одессе. Заходите на сайт, увидите всю информацию. Значит, и сейчас братьям там скину ссылочку как раз. Так вот, в 2003 году, значит, что произошло в моей жизни? Я попал в аварию. Ну как, я был за рулем машины, со мной была моя жена и пятеро наших тогда детишек, тогда было пятеро у нас, значит, и я сбил мальчика, школьника, подростка, значит, который был на мотоцикле, который пересекал трассу из одного села в другое село, это было в Сумской области. И скажу, что Господь был милостив, и мальчик не только ожил, но и исцелился, очень быстро исцелился. Пока везли его в Кролевец, в райцентр ближайший, в течение, там, может, 10 минут, Бог его полностью исцелил, абсолютно. Как будто он не ломался никогда, хотя он был не просто поломан, а очень хорошо был поломан. И я, конечно, не раздевал его, там, куртку не смотрел, что под курткой, но было видно по одежде, что, значит, удар был нешуточный, конечно. Но особенно голова. Голова-то у него была голена, значит, и вот здесь у него сзади дырка была такая. Кости разошлись, и там мякоть клокотала. Значит, но в течение вот 10 минут, пока везли его в Кролевец, эта дырка срослась, кости срослись, кожа срослась, как будто ничего не рвалось, не билось, не ломалось. И все тело, само собой, быстро очень залечилось в течение 10 минут. Значит, и врач сказал, это чертовщина какая-то. То есть вот врач, который забирал с места происшествия, сказал следователю, я был уже в кабинете у следователя тогда, вот в моем присутствии он сказал следователю, это чертовщина какая-то, необъяснимо, но вот факт такой. Потому что, говорит, это не была галлюцинация массовая, это не приснилось всем нам, а там же не только один врач был, там и водитель машины санитарные, там еще какие-то были люди, они видели все тоже, это, что череп у него был открыт,
Еще врач сказал, что вряд ли он выживет, потому что, значит, ну, как бы несовместимая с жизнью, то, как бы такая дырка-то. Но знаете ли, что Бог сделал очень все быстро. И быстро все зажило. И кровь была на нем свидетелем, что это все не приснилось врачам. Там, значит, врачу, значит, там и не была это галлюцинация какая-то. Кровь была реальной. И притом его кровью было, это не проверили. Не чья-то кровь, знаете, намазался чем-то. Нет, это была его кровь. Значит, но каким-то образом открылась, кровь вышла, закрылась и срослось. Когда ему кровь смыли здесь сзади, то не нашли ни синячка, ни царапинки, ни чевошеньки, ни шишечки. То есть все срослось так, что безвредно, как бы, ну, без швов всяких, без царапин. И вот, значит, и, ну, фантастика просто-напросто, да, такая для врачей была вообще сенсацией. Потом врач сказал, что когда пришел-то хирург, ведь как раз объяснили, что мальчика с ДТП привезли. Одежда подтверждала, что да, он был, значит, ну, ударен машиной хорошо. Так вот, да, мотоцикл не подлежал восстановлению, а мальчика очень быстро Бог восстановил вообще. И вот хирург не мог поверить, потому что когда сняли одежду, мальчика догола раздели, мальчик был целым. То есть не нашли никаких следов поломок. Внешний осмотр произвел такое неизгладимое впечатление на хирурга. Значит, лишь под ягодицей, врач сказал скорой помощи, лишь под ягодицей нашли шлепок. Даже не, это не синяк, говорит, именно шлепок только лишь, и все. Потом делали снимочки, делали всего мальчика снимки. Снимки показали, что мальчик абсолютно здоров. Значит, кости не ломались его никогда вообще, хотя это было невероятно. Почему еще? Потому что этот мальчик, оказывается, хирург его узнал, он уже лежал у них в хирургии раньше когда-то, с переломом, все зажило у него хорошо уже, он гонял на мотоциклах снова, ходил в школу, но врач объяснил, что как бы хорошо не зажило, на снимочке должен быть след от старого перелома, но следа от старого перелома тоже не было. Это вообще нельзя было никак объяснить. Ошибка не была, это потому что мальчик подтверждал, что да, он лежал в хирургии, что да, врач не ошибся, что он лежал и был перелом у него в таком-то месте, все, но следа не было. Потом мальчик отвечал на вопрос адекватно, кушал хорошо, он поел очень хорошо, много на глазах у санитарок, медсестер, которые повели его туда, значит, в столовую эту больничную. И дальше больше, делали повторно все снимки, снимки повторно показали то же самое, что кости вот целы и не ломались никогда целы. Значит, потом, значит, органы целы, ни гематом, ничего абсолютно нет у него там внутри. Потом врач сказал, что мы даже не можем поставить сотрясение мозга, потому что у него такой аппетит у него хороший, что, значит, какое там сотрясение мозга. Что писали по дороге, надо было все стирать, потому что, ну, он полностью здоров, полностью цел, мальчик. Потом было следующее, вкратце скажу, что когда меня отпустили, и я ехал домой уже, со мной была моя жена, дети. Жена, кстати, ударила коленку серьезно, так вот, значит, и дети имели там какие-то царапинки, там синячки, значит, еще некоторые. То есть, как бы, ну, удар был серьезный. Вы знаете, значит, но с того мальчика, как вообще, как с гуся вода. Вот полностью целый человек, и все. Вот, и когда ехал я обратно, мы повернули в Киев, уже было время, уже по темну ехали, уже к полночи даже было время. Знаете ли, Бог заговорил в моей жизни, это было, ну, очень громко, сильно сказано, то есть громкий голос я слышал, знаете, я нормальный человек, я не слышу голоса, значит, я сразу скажу, что это нетипично для меня что-то слышать такое, знаете ли, там, и хотя я могу сказать, что Бог говорил мою жизнь, да, и на самом деле Бог говорил мою жизнь. В моей судьбе было там три, могу, четыре раза точно даже рассказать вам, когда Бог говорил мою жизнь, но это было тихо, и как будто это моя мысль была совершенно, но это была не моя мысль, я же нормальный, я же не могу думать сам собой, как бы, даже еще, как бы, тем более вещи такие, что сразу ты не расскажешь даже. Но одним словом, я понимал, что это Бог говорит, и когда Бог говорил мою жизнь прежде, допустим, да, то это меняло очень сильно мою судьбу. Значит, обычно это были такие перекрестки такие духовные в моей жизни. Вот, а в тот день, уже ночь фактически, Бог говорил очень громко, я слышал громкий голос. Жена была моя со мной, она не спала, но она ничего не слышала, оказывается, вообще. Я был на все 100 убежден, что она слышит. А уже на утро, в субботу, дома мы
общались, я понял, что жена ничего не слышала абсолютно. А Бог говорил 3 раза одно и то же, очень громко, как будто в машине включили громкую музыку. Ты это видел? Вот так было сказано. Я был в шоке. У меня вопрос, а он вопросом на вопрос еще. У меня без того куча вопросов, мне бы кто-то ответил бы на них бы. А еще вопрос, ты это видел? Но я понимал, я подозревал, что он еврей, но не до такой же степени, знаете. Вот. Я только одно говорю, да, Господи. Я догадывался, да. И вот дальше, еду дальше, и опять, ты это видел, только громко. Я не могу ничего говорить, только да, Господи, говорю. Да, потом, значит, еду дальше, и опять тот же самый голос, так же громко. Ты это видел, но с каждым разом, знаете, с каждым вопросом, вот вся история того дня у меня вспоминалась как-то по-особенному как-то. Это я помню тоже, интересно. И потом, когда 3-й раз тот же самый голос сказал все это громко, тот же самый голос сказал громко, кстати, это было сказано еще в таком еврейском колорите, это непередаваемо просто. Вот я честно говорю, голос был, как будто старый еврей говорит какой-то, только очень громко, с микрофоном в руках. И вот меня это очень насторожило. Я не антисемит, но, понимаете, значит, очень интересно было все это слышать. Не подозревал я, что в нем столько еврейского. Как? Да не помню ничего. Помню, что еврейское было, и вот и все. Просто еврейское было. И громкое. И вот, что интересно было, тот же самый голос, так же громко сказал следующее. После 3-го вопроса, 3-го повторения этого вопроса, тот же голос сказал так. Вот так будет и с церковью. Только громко очень. И все. И когда я это услышал, знаете ли, все. События того дня мне увидели совершенно по-другому. И скажу, что хотя сейчас вот с каждым годом все труднее верить в реформацию православной церкви, но, знаете ли, вот то событие 3-го года, оно меня очень сильно согревает где-то внутри. Знаете ли, вот как бы так в моменты, когда руки опускаются, значит, не позволяет моим рукам опуститься совсем уж, и иногда очень часто даже вдохновляет на какую-то молитву особенную такую. Знаете ли, по-человечески невозможное, невозможно, но возможно Богу. И невозможно воскресить такую махину, но Богу все возможно. Я живу этой верой, и я живу этой надеждой увидеть однажды вот это пробуждение, обновленчество такое в православии. Знаете ли, чтобы в 1000 храмов по всей Руси, может не во всех, но в 1000, чтобы на самом деле, чтобы священники говорили правду, указывали на Иисуса, не на кого-то еще, не на Богородицу, не на святых, а на Иисуса. Чтобы, знаете ли, не мертвое служение, но живое. Чтобы не за упокой молились уже, а за живых людей молились. Чтобы живым людям несли живую и благую весть. Знаете ли, вот такие перемены, радикальные перемены, чтобы наступили. Настоящая реформация. И скажу, что эта вера, значит, она, ну, согревает мое сердце, мою жизнь, вот, и предлагаю вам тоже разделить эту веру, и, знаете ли, поверить со мной тоже в это, и поддержать в молитве. Вот, где бы вы ни были бы завтра, молитесь о реформации православной церкви. Знаете ли, вот, меня Бог вдохновляет, вот, именно, как Бог Пурима. Жребий человеческий, он порой ужасен, на самом деле, но жребий Божий, это...